Всем привет! 7 июля на турецком телевидении состоится премьера 139 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». Ранее мы увидели. Отношения Барана и Дилан выходят на новый уровень. Тот самый, о котором они могли ранее только мечтать. И кажется, что уже никакие события не пошатнут их союз. Но жизнь полна неожиданностей, и те могут происходить даже в привычной обстановке. Когда семья устроилась за столом, у Барана один из присутствующих поинтересовался, получил ли тот новую дату развода. Вот только Баран не стал тушеваться и тем более не допустил того, чтобы Дилан расстроилась. Он сообщил о том, что они не станут разводиться. Кроме того, их брак стал основной причиной предотвращения кровопролития. На тот период времени Баран и подумать не мог, как невинность Дилан его изменит. Непринужденность поведения и душевная чистота Дилан повлияли на Барана, растопив его сердце. Ведь прежде он считался весьма черствым человеком. Зайдя в кабинет к Барану, Дилан находит эскизы обручального кольца и делает вывод, что он хочет ее порадовать не только красивым украшением, но и предложением. Баран оставляет Дилан записку, приглашая ее на прогулку в сад. С замиранием сердца Дилан отправляется навстречу к любимому мужчине. Она идет в платье, которое ему точно понравится. Их встреча отличается трепетностью и нежностью. И кажется, что так будет всегда. Слова и поведение Барана убеждают Дилан о том, что вместе с ним она будет счастлива и не будет знать, что такое трудности. Баран, в свою очередь, видит союз с Дилан важным для себя, ведь с ней он обрел новые горизонты. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на канал и не забудьте ставить лайки.